Внимание, я принес годноту. Ты как раз вовремя. Покажи нам свою технику небесных прыжков. Только посмотрите, кто почтил нас своим присутствием. Ты уже закончил со своими книжками? Все время бунтуешь. Да какой смысл? Мы все равно прозябаем в этом убежище. Я вижу, что ты не очень внемлешь мудрости наших предков, но я уверяю тебя, угроза армии демонов реальна и... Они вернулись. Это все неправильно. Герой Запада должен был спасти нас. Осторожно! Не ходи, ты еще не готов. Сожгите все, поставьте людей на колени. Не так быстро, здоровяк. А ты еще кто такой? Ты все, что у них есть? Ты просто жалок, приготовься к смерти. Этот звук невозможно. Похоже, что сегодня удача на твоей стороне. Бормотазель. Да, мой король. Приглядывай за этим червяком. Конечно, мой король. Радуйся, пока можешь, ниндзя. Мои слуги уничтожат тебя. Ты герой Запада? Да, что-то типа того. По правде говоря, я слишком поздно сюда прибыл. Похоже, ты тут самый способный. У меня есть для тебя очень важное задание. Возьми с собой этот свиток. Ты должен будешь доставить его на вершину горы, где тебя будут ждать три мудреца. Но кто ты такой? Почему этот свиток так важен? Ты узнаешь ответы по дороге. Направляйся к вратам деревни. Мрак ночи будет твоим единственным защитником. Удачи, посланник. Вы получили свиток. Вас избрали посланником для выполнения опасного задания.